Сегодня мы для вас играли классику жанра, там Стив Вая, Сатриани, Эрика Джонсона, Инги Мальмстена, еще кого-то, может быть, забыл. А также мы сегодня подготовили для вас классику в прямом смысле слова классику. А мы сейчас будем играть лунную сонату Людвига ван Бетховена. Как-то предыстория небольшая. Пришел ко мне ученик один, студент, он, кстати, здесь сегодня пришел. И говорит: «Николай, вот смотрите, как играет». Вот я посмотрел и очень сильно впечатлился. И впечатлился настолько, что захотелось сыграть ее так же, потому что, играл там гитарист очень так эффектно. Вот, не знаю, как получится, конечно, сейчас ее сыграть там эффектно или не эффектно, вот, но постараемся. Итак, Людвиг ван Бетховен, «Лунная соната», третья часть.
сейчас прозвучит самая моя любимая композиция из моих.